женскому пасу. Правда, признаюсь, я не позиционирую себя как профессионал в исполнении этой техники. Я скажу более, я ее практически не использую. Умею так для общего развития и все. Но если вы хотите, чтобы техника исполнения паса в моем варианте была здесь на канале, то... Вот она, пожалуйста. И добавлю одно но. Сделать его получится у единиц. В первую очередь он должен делаться в момент отвлечения зрителя. Ну, потому что, блин, оно очень палевное, практически с любого ракурса. Вы только посмотрите. Именно поэтому его лучше делать в момент отвлечения внимания, перемещения или в плохо освещенном помещении, там бар, ресторан. Главное, чтобы при его исполнении вы не чувствовали дискомфорта. Если вам удобно, значит все нормально. К тому же я покажу модернизированную версию этого паса. Досмотрите видео до конца и поймете, о чем я говорю. Так, с введением закончили. Надеюсь, я много воды не пролил. Поехали. Для начала делаем спред или ленту, после чего переворачиваем нужную карту. Обязательно подогните мизинец и соедините в одну стопку, при этом выровняв ее. Следующий шаг – это снятие с разлома карты. Средний и большой пальцы держат левую часть нижней стопки. Отсоедините от ладони колоду и, не нарушая контакта с левым большим пальцем, протолкните в разлом как можно дальше мизинец и безымянный со средним до середины. Из этого положения мы поднимаем и одновременно вытягиваем верхнюю стопку, а правый безымянный приподнимает оставшуюся стопку. После этого карты возвращаются в ладонь и колода соединяется. А мизинец можно вытащить после выполнения паса. Важная деталь. Большой палец всегда находится на этой грани. А ленту делайте из 10-15 карт. А во время вытягивания верхней стопки приподнимите нижнюю безымянным и вдобавок большим пальцем приподнимите нижний край, после чего можно слистать стопку или положить ее. Так менее заметно. Ну и собственно для продвинутых немножко модернизированная версия. Движения те же самые, но в момент вытаскивания верхней стопки указательный палец давит на угол карты и выдвигает ее немного, позволяя тем самым подняться. И уже под прикрытием этой карты делаем пас. Повторяю еще раз, не пытайтесь сделать его незаметно, делайте его в момент отвлечения зрителя. Друзья, надеюсь, у вас все получится. Подписывайтесь на канал, мне это очень важно, поскольку это сильно мотивирует на выпуск следующих видео. Можно предположить, что если ты сейчас смотришь этот момент, значит тебе интересно. Своего рода некая пасхалочка в конце видео. Напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента. Ну а с вами был Геннадий Сергеев, пока!